Здравствуйте, друзья! Вы на канале Герасима Корнева. Значит, 15 мая. Туннель. Значит, представляю рассаду тыквы. Значит, атлас от цикады. Райцван. Самсон. Брайан Саммер. И Винспол, какой-то тоже от цикады, не помню название. Значит, высаженная была, значит, 2 недели назад в туннеле, вот в открытом, не без подогрева, он закрытый, он армированная сетка такая, старенькая пленка, армированное агроволокно. В общем, такой, не, скажем, не сильный подогрев, он подогревом его назвать нельзя. Что по рассаде? 96-я кассета, значит, начинается первый настоящий листок. Ну, подожду еще, тепла, да буду высаживать. Значит, дальше идет подвой. Значит, подвой под огурец, дыню, значит, это китайский, вот одна кассета, и титан, ну, приблизительно они все одинаковые. Потом идет вот кассета 96-я кобальта и кассета Root Power от цикады. Ну, в принципе, так нормально. Но я в первый год пробую, значит, выращивать. На 5 дней посадил позже, чем арбузы, огурцы, дыни. Но посадил там более теплая теплица, двойная, с двойным этим. Здесь одинарная. И немножечко я, наверное, не угадал по срокам, но посмотрим. Пока еще что-то рано говорить, еще рановато, еще тепло не подошло, может, оно все подровняется и все будет хорошо. Друзья, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, поддержать лайком, скажем, отечественного производителя-любителя. У нас такие вот это... Всем хорошего настроения, успехов, удачи, и все у вас обязательно получится.